Одним из самых страшных мест Чернобыльской зоны является медико-санитарная часть номер 126. Заброшенные больницы всегда производят жуткое впечатление. Куда более жуткое впечатление производит подвал больницы. Именно туда переносили костюмы пожарных, которые первыми прибыли на тушение пожара и приняли на себя самый сильный радиационный удар. Но это еще цветочки. В районе Чернобыльской АЭС есть место, которое нельзя посетить даже в скафандре. За 30 секунд там можно получить такую дозу, после которой спустя неделю вы почувствуете головокружение и усталость. 2 минуты облучения, и у вас начнется кровотечение. Через 4 минуты рвота и повышенная температура, а через 300 секунд жить вам останется 2 дня. Вам гарантирована довольно быстрая смерть, что в данном случае лучше многих других вариантов. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС стоит в себе множество загадок, большая часть которых скрыта от посторонних глаз в развалинах помещения самой станции. Одной из таких загадок, которую долгое время пытались решить исследователи и ликвидаторы последствий взрыва, стала некая субстанция под названием «слоновья нога». Но то, что с этой субстанцией происходит сейчас, некоторых ученых просто шокировало. Даже спустя 35 лет после Чернобыльской катастрофы останки атомной электростанции продолжают излучать. Работы, проводимые недалеко от аварийного блока, по-видимому, оказывают негативное влияние, потому что в последние годы было зафиксировано значительное увеличение числа сигналов из реактора, особенно в четвертом энергоблоке. Вероятно, снова увеличилось число реакций ядерного деления. Эти данные действительно создают впечатление, что за последние 4 года количество нейтронов в указанной зоне увеличилось почти вдвое. Чернобыльская АЭС окружена массивным сооружением под названием «Новый безопасный конфайминг». В этой арке установлены сотни датчиков, работающих круглосуточно. Они полностью контролируют ряд важных данных. Эти датчики и передали информацию о повышенной нейтронной активности, исходящем из-под аварийного реактора. Причина роста реакции деления не совсем понятна, однако эксперты предполагают, что это связано с высыханием нескольких тонн кориума, находящегося там. Во время обычной проверки 26 апреля 1986 года на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошел скачок мощности и сработала система защиты и отключения реактора. Но реактор не был заглушен. Попытка сдержать скачок и опасное увеличение температуры в активной зоне привели к еще большему увеличению мощности. Стержни ручного регулирования, используемые для контроля температуры активной зоны, ввели слишком поздно. Когда их ввели в активную зону, они начали трескаться и застряли. Температура и мощность продолжали повышаться до тех пор, пока не испарилась вся вода, используемая для охлаждения реактора, что вызвало мощное повышение давления. Первый паровой взрыв в реакторе привел к тому, что его крышка весом в 2000 тонн пробила крышу энергоблока. Повреждения оказались катастрофическими. Оставшаяся охлаждающая вода из разрушенных каналов устремилась в реактор и, соприкасаясь с раскалившимися топливными стержнями, тут же превращалась в пар. Вскоре после первого взрыва произошел еще один, более мощный взрыв, который выбросил материал активной зоны в воздух. А поскольку раскаленное сердце реактора уже не защищали тонны стали и бетона, активная зона больше не охлаждалась, началось расплавление. Фон радиации в 1986 году достигал 1000 рентген, что было смертельным для человека, но несмотря на это, ликвидаторы сумели закрыть разрушенный реактор. Масса радиоактивного топлива, оставшегося в блоке, составляла примерно 85%. К осени 1986 года команда ликвидаторов, которые боролись с ядерной катастрофой в Чернобыле, добрались до подземного коридора в основании аварийного реактора номер 4. Под реактором они нашли черную субстанцию, которая протекла прямо из активной зоны. Это образование там было твердым, и датчики радиации строго предупредили ликвидаторов о том, что приближаться к нему нельзя. Они выдвинули из угла камеру на штативе и сняли ту массу издалека, дав ей мрачное название «слоновья нога». Согласно сделанным в то время замерам, все еще горячая часть расплавленного стержня излучала такое количество радиации, что смертельную дозу можно было получить за несколько минут. Когда мы говорим о расплавлении активной зоны, это не просто какая-то метафора. Используемые в качестве топлива радиоактивные материалы все больше нагреваются из-за выброса частиц большой энергии, и это происходит до тех пор, пока они буквально не расплавятся, превратившись в нечто напоминающее лаву. В Чернобыле потеря охлаждающей воды вызвала расплавление топлива, часть которого была выброшена в атмосферу. Но другая часть топлива стекла под реактор в бассейн, проплавив его основание. Поток радиоактивной лавы, текший по трубам и прожигающий бетон, постепенно охладился и застыл. В результате образовалось скопление сталагмитов и сталагмитов, покрытых затвердевшей лавой, а также большая черная масса, которую позднее и назвали слоновьей ногой. Еще этот кориум называли чернобылитом, но не путать с монолитом.
Урановый стержень реактора состоит из циркониевого корпуса и ядерного топлива, диоксида урана внутри. В случае аварии на АЭС, когда температура превышает максимально допустимый лимит в 700 градусов, стержень начинает деформироваться. Когда же температура достигает отметки в 1200 градусов, урановые стержни плавятся, превращаясь в субстанцию, состоящую из урана и циркония. Такая искусственная лава отличается по составу от природной вулканической лавы. Специалисты из Аргонской национальной лаборатории воссоздали кориум для более детального его изучения. В интернете можно найти интересные видеоролики, выложенные в сеть именно этой лаборатории. На этих видео можно заметить, что кориум обладает еще более низкой вязкостью, что неудивительно, ведь температура этой радиоактивной жижи свыше 2000 градусов, в то время как обычная вулканическая лава нагрета в лучшем случае до 1200 градусов. Лаборатория использовала больше тонны лавы из диоксида урана в некоторых своих экспериментах, чтобы узнать, как быстро кориум прорвется через такую преграду, как бетонный пол и стены ядерного реактора. Оказалось, очень быстро. Кориум проплавляет себе путь сквозь бетон со скоростью около 30 см в час. Кроме того, экспериментальным путем исследователи убедились, что охлаждения водой может быть недостаточно. Кориум, уничтожая все на своем пути, вырвется наружу в считанные часы, несмотря на активное тушение. И Чернобыль и Фукусима столкнулись с этим явлением. Обе катастрофы на ядерных электростанциях достигли стадии образования кориума. В то время как японцы утверждают, что лава не вышла за пределы здания АЭС. Но, кстати, этот факт еще не доказан. Но на советской электростанции, несомненно, контроль над ситуацией был потерян полностью. Мы уже точно знаем, что это произошло в Чернобыле, и есть фотографии, на которых видно трехметровые потеки застывшего кориума. К счастью, температура плавления бетона выше температуры плавления урановых стержней. В итоге сам процесс плавления бетона и смешивания его с лавой охлаждает кориум. Но есть информация, что пол под активной зоной ЧС построен из графит-бетона, специально на случай возможного вытекания расплава. Обычный бетон сам по себе уже давно бы расплавился под действием слоновьей ноги. Но этот бетон сопротивляется тем сильнее, чем сильнее она его нагревает. Потому что под действием температуры у этого графит-бетона возрастает коэффициент поглощения нейтронов. Почему же тогда кориум так опасен? Ведь дальше 3 метров за пределы реактора лава продвинуться не в состоянии. Не следует забывать о составе этой субстанции. Даже когда кориум совершенно застынет, он будет очень и очень радиоактивен еще многие столетия. Измерения радиоактивности и газов, выделяющихся из охлажденного реактора Фукусимы, показали, что кориум во время катастрофы продвинулся более чем на полметра через заграждающие усиленные бетонные стены. Главная опасность чернобыльского кориума и заключается в том, что аварийный четвертый блок планируют разбирать в ближайшее время, и в одном из будущих видео я расскажу о том, какую подготовку там уже производят в данный момент. Разбирать аварийный реактор буду со всеми реакторными помещениями, соответственно в плане значатся и коридоры, где находится сама радиоактивная субстанция. Но убирать расплав нельзя, так как реакция может мгновенно возобновиться, и расплав может начать прожигать все, к чему прикасается, а затащить к нему иные поглотители нет возможности из-за сложного расположения. Все сведется к тому, что в определенных участках ногу придется протаскивать без какой-либо защиты, что влечет катастрофу сразу на нескольких уровнях, ведь поблизости в любом случае будут люди. Сами по себе радиоактивные атомы нестабильны, с такими элементами как водород особых проблем нет, поскольку у него ядро состоит из одного единственного протона, а вот с ураном, в изотопе которого 92 протона и 146 нейтронов, нам повезло меньше. Чем больше радиации излучает масса атомов, тем она опаснее. Согласно информации из Чернобыля, слоновья нога выводила из строя буквально любые дозиметрические приборы, имея мощность излучения около 10 тысяч рентген в час. Чтобы убить человека, достаточно дозы в 10 раз меньше. За час вы получите от слоновьей ноги такую дозу, которая соответствует 4,5 миллионам рентгеновских снимков грудной клетки. На самом деле, стадия образования кориума явление очень редкое, оно возникает только при условии цепной реакции чрезмерного количества высокоактивных изотопов. Но почему это произошло в Чернобыле? Температура плавления диоксида кремния свыше 1700 градусов Цельсия. Примерно при этой же температуре плавится и цирконий, из которого сделаны оболочки твелов. А само топливо в них при этой температуре расплавилось уже давно. Получается, что покинув активную зону реактора, расплав пополз вниз. Но из-за уменьшения нагрева диоксид кремния довольно быстро кристаллизовался, заключив в себе ядерное топливо, которое, обладая более низкой температурой плавления, могло бы спокойно продолжить течь дальше. После того, как удалось потушить ядерный пожар, ликвидаторы попытались сдержать невидимую угрозу, исходящую от аварийной активной зоны. В мае 1986 года началось строительство саркофага – гигантского бетонного укрытия, предназначенного для того, чтобы изолировать радиацию от внешнего мира. Но она изолирована не полностью. В чернобыльском саркофаге есть точки доступа, позволяющие исследователям наблюдать за активной зоной и рабочим заходить туда.
И только в декабре 1986 года исследователи спустились в преисподнюю, чтобы изучить слоновью ногу. Поперек она достигает нескольких метров, и как мы уже поняли, она излучает столько радиации, что находиться рядом дольше нескольких секунд просто нельзя. Но несмотря на это, у нас есть максимально приближенные фотографии этой смертоносной массы. Но откуда? На безопасном расстоянии рабочие ликвидаторы соорудили какое-то приспособление, типа камеры на колесах, и придвинули ее на минимальное расстояние к слоновьей ноге. В результате анализа удалось выяснить, что она состоит не только из ядерного топлива. На самом деле топлива там совсем небольшой процент, а остальная масса – это бетон, песок и куски крышки. Все это расплавилось и единой массой стекло вниз. Со временем стали замечать, что слоновья нога начала разрушаться, с нее стала слетать пыль, а на поверхности появились трещины. Но на протяжении многих лет она остается слишком опасной, чтобы приблизиться к ней. Мы не знаем, что случилось с теми, кто ее фотографировал, но нам известно, что не все попытки изучения этой массы были так же безопасны, как установка камеры за углом. На некоторых снимках мы видим, как рабочий непосредственно касается этой массы. Следующая попытка прикоснуться к неизведанному была произведена одним из военных. Никто из научных сотрудников не успел опомниться, как один из ликвидаторов побежал к слоновьей ноге и начал бить по ней топором. Но материал не поддался. Правда, меня, как и многих, до сих пор волнует судьба этого солдата. Ведь если нога сейчас фонит примерно 14 тысяч рентген в час, то за одну секунду это составит около 4 рентген. Сколько нужно времени, чтобы подбежать к этой массе и тюкнуть ее топором? Это знают только те, кто там бывал. Но в любом случае за 12 секунд почти 50 рентген. Если так, то скорее всего труп, если меньше – инвалид. А случай показателен и говорит об уровне информирования ликвидаторов об опасностях облучения. Для справки, за всю жизнь ядерщик может набрать 35 рентген, в особых случаях разрешали 70. Эти дозы с запасом. Если человек набирает 50 рентген в течение месяца или меньше, он не жилец. А тут парень хапанул за пару секунд от 5 до 50 рентген. Любознательность человека заставляла некоторых специалистов возвращаться к ней снова и снова. Надо было брать образцы, надо было получать об этой массе как можно больше информации. Хотя бетона в чернобыльском саркофаге столько, что его хватило бы на треть небоскреба Empire State Building. И хотя сейчас уже двойное укрытие обязано предотвратить распространение радиоактивных веществ воздушным методом, полной сохранности оно, возможно, не обеспечит. Некие специалисты считают, что слоновья нога в будущем может стать предпосылкой новой катастрофы. Предполагается, что она продолжает плавить бетонные основания под собой и в конце концов пройдет через бетон в почву, оттуда сумеет достичь водяных слоев. Это в свою очередь приведет к отравлению подземных источников воды и даже новому взрыву. Все это напоминает так именуемый китайский синдром. Так в 70-х годах было принято с насмешкой называть опаски ученых, которые предупреждали, что расплавление активной зоны реактора может выйти за защитную оболочку реактора. До Китая, конечно, ничего не дошло, но вот за пределы оболочки реактора этот кориум все-таки добрался. И тогда было уже не до смеха. Но сейчас этот китайский синдром уже не пройдет. Температура кориума хоть и остается высокой, но не такая, как при аварии, и проплавить усиленный бетон такой материал уже не в состоянии. Но то, что с этой субстанцией что-то происходит, это факт. И, наверное, самая главная опасность – это разбор четвертого блока и ослабевшей конструкции всего здания. С постройки Чернобыльской АЭС прошло уже больше 40 лет. Из них на протяжении 32 лет внимательного обследования и ремонта конструкции станции не производилось вообще. Время и последствия трагедии могли привести к растрескиванию бетонного фундамента. Специалисты считают, что саркофаг и укрытие 2 сделали дополнительное давление на грунт вокруг четвертого энергоблока, и фундамент может просто разрушиться. В итоге слоновья нога и остальные формирования из чернобылита провалятся, попадут в почву, отравляя в первую очередь подземные водные источники. Конечно, есть люди, которые относятся к данной версии скептически, полагая, что бетонный фундамент и уцелевшие железные конструкции четвертого энергоблока пока еще надежны и не дадут кориуму просочиться в почву. Мало кто знал об этом, но еще в 90-х годах исследователи выпустили доклад о послеаварийном состоянии четвертого блока Чернобыльской АЭС, в котором говорилось, что натеки кориума нужно пропитать нитропоглощающими растворами и закрыть их. Предполагалось, что это позволит предотвратить перевоплощение слоновьей ноги и остальных наплывов в пыль, основной источник радиации в Чернобыле. В общем, позже украинские исследователи объявили, что обработка растворами ничего не даст. Они тогда посчитали, что эти меры все равно не предотвратят образование радиоактивной пыли. Новое укрытие 2 рассматривалось как самый надежный метод защиты от распространения радиоактивных частей из четвертого блока. Но дальнейшую судьбу лавообразных топливосодержащих материалов в Чернобыльской АЭС ученые хотят найти расчетно-аналитическим методом. Одной из самых радиоактивных и опасных мест в Чернобыльской зоне сегодня считается атомная станция, а в частности разрушенный четвертый блок ЧАЭС.
Конечно, остатки четвертого блока тоже излучают очень сильно, и при разборе четвертого блока это окажется большой проблемой. Но слоновья нога под Чернобыльской АЭС до сих пор остается самым опасным материалом на планете. На этом все. Подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к этому видео.